этот малыш ищет семью. Сейчас она находится в состоянии Львова. Но ей нужен кто-то, кто может взять на себя ответственность и подарить ей свою любовь и внимание. Сегодня я невольно увидел на улице не мог пройти. Она вежливо сидела возле за магазина и ждала меня, когда я решил зайти и купить ей еду. У меня дома она успокоилась с кошкой я научился ездить верхом с упряжью и поводком. В это время у нее уже есть миски, не кормят первые месячные и игрушку. И, конечно же, пушистая шлейка с поводком. Я уже купил препарат для паразитов. Потому что собаку встретили на улице. Она не привыкла к внешнему. Ей было холодно и страшно. Я был в ужасе от встречи с тобой. Она побежала за мной, а затем побежала к дороге и потерялась, когда села на обочину машины. Это умная собака, и испуганный малыш ждет, когда хороший человек позаботится о ней. Приму дома и возьму на себя первый визит к ветеринару. Очки Брауни, подростковый возраст 3 месяца, маленький. Выглядит здорово и просто красиво. Подписаться на канал для активации уведомлений.